Привет, Рос. Сегодня наше свидание. В 9 встречаемся в Ривер-кафе. В 9. Жди меня там. У нас закрыто. Повесь трубку. Нет. Повесь трубку, я сказал. Кто это? Рос, кто это? Что ты тут забыл, сухой глаз? Пошла жара, да? Спорим, что на тот момент вы еще даже не знали, что лорд Джордж уже мертв, а Сухой Глаз что-то задумал. Здравствуй, Сухой Глаз. Что тебе надо? Конфетку хочешь? Не. Как хочешь. Это что за хрен? Тут я не знаю, что произошло дальше. Вам тогда удалось от меня уйти. Розалинд, у них. Звони Роджеру. Он не отвечает. Думаю, вам лучше пристегнуться. А я позвоню Розалинд. Давайте я. Я держу. Смотрите за дорогой. Не беспокойтесь, Розалинд. Вы поедете со мной, пока я не решу проблемы с вашим мужем. Я никуда не поеду. Звонок идет, она не берет. Черт! Вы могли бы слегка сбросить скорость? Черт! Вы знаете правила. Или вы идете со мной, или Тони поведет вас силой. Вы в моем офисе, на моей территории. В Эстонии тут абсолютно ничего не решаете. Вы быстро идете назад, откуда явились. Тони? Что это? Это пресс-папье? Можно и так сказать. Любой тяжелый предмет уже пресс-папье. Что вы хотите сделать? Это зависит от тебя. Или вы закрываете дверь с той стороны, или Тони получит пулю прямо между глаз. Знаешь, тут 2 патрона. Предупредительный выстрел мне делать некогда. Придется поверить мне на слово. Боюсь, что у вас немножко нет выбора. Прости, но это безграмотно. Немножко нет выбора? Так не бывает. Выбор либо есть, либо его нет. В любом случае, мое терпение на исходе. Поверь, я просто нажму на этот курок, и твоему Тони придет конец. Тони? Слушай, засранец. Твой следующий шаг будет последним, предупреждаю тебя. Тони, давай! Привет, любимая.